Здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать, как вяжется двойная цепочка из воздушных петелек. Применяется она для аккуратного набора привязания изделий из крючка. Можно ее использовать как шнурок. Итак, начнем. Оставляем для начала длинный хвостик, приблизительно такой, как должна быть длина, ширина вашего набора изделия. И, как обычно, начинаем вязать цепочку. Провязываем одну петлю. Далее крючочек вводим между двумя ниточками. Вот та, что находится на указательном пальце сверху и снизу. Вводим крючочек под нижнюю. Теперь захватываем верхнюю ниточку. На крючочке 2 петелечки и ниточку протягиваем через эти 2 петелечки. Это наша первая воздушная петля. Далее также подхватываем нижнюю, захватываем верхнюю и протягиваем. Еще раз под нижнюю захватили верхнюю и вытянули ниточку. Под нижнюю ниточку захватываем верхнюю и протягиваем через 2 петелечки. Крючочек между двумя ниточками, под нижнюю захватываем ее, теперь верхнюю и протягиваем. Пробуем чуть увеличить скорость. Уверена, что у вас все получается. Таким образом набирается цепочка нужной вам длины. Теперь можно продолжить вязание. Разворачиваем полотно. Набираем 3 петли воздушные для подъема. Это если будем вязать, продолжать вязание столбиками с накидом. Делаем накид.
откинута под цепочку верхнюю. Таким образом мы провязываем первый ряд на нашей цепочке. Из воздушных петелек. Получается не стянутый наборный край, и удобен он для того, что вот вяжем и детские изделия. Обычно детки наши вырастают очень быстро и не знаем, что делать, как довязывать. Придумываем, выдумываем. Вот этот способ набора очень даже интересен тем, что можно довязать удобно. Видите, вот снизу какая цепочка. То есть, если мы развернем наше изделие вот так вот наоборот, как бы это у нас вверх, вот, вверх, а здесь вниз, то есть мы легко и удобно, вот здесь видите, тоже косичка такая снизу, можно будет довязывать изделие. И наши детки всегда будут выглядеть замечательно и красиво. Вот смотрите, как удобно. И практически никакой разницы не видно в том, откуда вязалось изделие. Снизу вверх или сверху вниз. Вот так вылезет изнанка. И вот изнанка. Очень удобно для набора петель при вязании крючком. На сегодня все. До свидания.